Ежегодно 22 марта во всех странах мира отмечается Всемирный день воды. Роль воды в жизни человека неоценима. Она используется для различных бытовых, хозяйственных, промышленных нужд, для питья и пищи. Вот о последнем поговорим прямо сейчас. Значение воды для человека настолько велико, что для нормальной жизнедеятельности вам необходимо выпивать более 1,5 литра в день. А вот какой именно воды, здесь уже выбираем сами. Воду артезианскую. Почему? Потому что живу в Кукуях, у нас там артезианская вода. Родниковая. Почему? Да. Ну, она самая хорошая. Как относитесь к бутилированной воде? Очень даже здорово. Ладно, что это есть. Фабрика. То есть бутилированная? Да. Ну, как считаете, а почему ее именно? Потому что в кранах пить воду невозможно. Пить или не пить воду из-под крана – вопрос скорее риторический. Но все наши респонденты едины в одном – такую воду лучше не пить, качество плохое. Однако предприятия «Водоканал» наоборот утверждают, что вода соответствует всем заявленным нормам. Очень много органов, которые мониторят воду постоянно. То есть и это Роспотребнадзор, дело независимое от забора воды, независимой оценки качества воды и... В принципе, если так вот, была недавно выездная коллегия из Потребнадзора, то есть мы в лидерах в Удмуртии по качеству воды. Да, возможно, вода и поставляется чистой, но до потребителя доходит не всегда надлежащего качества. И одна из причин тому – износ сетей на 70%. Поэтому горожане выбирают другие варианты, где приобрести чистую воду. И один из оптимальных – покупка бутилированной воды. Вся вода у нас проходит сертификацию на каждую. Приходит сертификат качества на каждую партию. Такая вода не загрязнена вредными веществами, нитратами из почвы, тяжелыми металлами, ядохимикатами и прочим. Очищенная промышленным методом, она герметично упакована в бутыли или галлоны и стала рациональным решением современного человека. Елена Рудакова, Валерий Колдомов, Воткинске. Доставка чистой природной воды и бутыль от 100 рублей пенсионерам и инвалидам. Дополнительная скидка. Телефон 440-50.